Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 11 на странице 45 учебника математики для 3 класса автора Маро. Используя пары числовых выражений, составь верное равенство. Чтобы это сделать, давайте сначала найдем значение данных числовых выражений. 60 разделить на 4. 60 это 40 и 20. 40 разделить на 4 равно 10. 20 разделить на 4 – 5. 15. 48 разделить на 3. 48 – это 30 и 18. 30 разделить на 3 равно 10. 18 разделить на 3 равно 6. 16. 90 разделить на 6. 90 – это 60 и 30. 60 разделить на 6 равно 10. 30 разделить на 6 равно 5. 15. 84 разделить на 7. 84 – это 70 и 14. 70 делить на 7 равно 10. 14 разделить на 7 равно 2. 36 разделить на 3. 36 – это 30 и 6. 30 разделить на 3 равно 10. 6 разделить на 3 равно 2. 12. Итак, составляем равенство. 60 разделить на 4 – это 12, равно 90 – это 15, равно 90 разделить на 6, тоже равно 15. 84 разделить на 7 равно 12, и 36 разделить на 3 тоже равно 12. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.